пока ехала сюда на программу, я все искала свою песню в домах, в небе, в городе, в себе. Вот искала, 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 потому что выступать перед автором песни, перед человеком, который ее написал, он ведь, наверное, что-то испытывал в этот момент. Плывут небесные огни небесные. Для меня было важно войти вот в это состояние в то время, когда все было чище, проще и, ну, не так быстро, как сейчас. Песня просто прошибает тебя до глубины души. Ты репетируешь, а потом сидишь и ревешь. Потом опять репетируешь, потом опять ревешь. Но это волшебство. Присутствие Зацепина, конечно же, влияет на всех здесь. Для меня это подарок судьбы и большая радость. Как странно светится. Сегодня светится. Невероятные глаза твои. А ковш медведицы, большой медведицы, как знак загадочный, плывет вдали. Плывут небесные огни, небесные необозримою дорогой звезд. Они над бездною, над черной бездною, для нас с тобой в ночи, как звездный мост. С тобою мы средь звезд и тьмы друг друга в немыслимых далях нашли, как млечный путь когда-нибудь стал вечной дорогой любви. Ковш медведицы, большой медведицы, погаснут медленно, погастали. Давай надеяться, всегда надеяться, что может звездный мост помочь любви. Клишина. У вас есть такой хрустальный звук, вы очень интересно звучите. Но в прошлой нашей программе у вас было такое гораздо более яркое сценическое решение номера. И я, как человек, который думает о финале главной сцены и о том, что и как на ней будет происходить, думаю о том, что сегодня у вас как раз вот такого сценического решения яркого не было, поэтому нет. Спасибо. Ответ понятен. Знаете, вы наша самая верхняя нотка нашего проекта. Выше ваших ноток не брал никто. У вас, конечно, хрустальные богом даденные ноты. Да, вот с ковшика большой медведицы. Вот вы видите, как я с вами разговариваю? С вами даже по-другому разговаривать нельзя. Вы такая умница. Я не знаю, что там дальше. Там аврал. Но я вам говорю да. Володя, как ваши впечатления? Эта песня для меня самые дорогие зацепиновские песни. Эти песни научили меня любить, быть глубже в любви, смотреть на любовь более тонко, чем может смотреть на себя, ну, мальчик какой-то маленький. Мне очень понравилось, очень-очень.
Спасибо вам. Это было очень душевно, тонко, элегантно, деликатно. Спасибо. Да. Наталья, скажите, пожалуйста, вот вы на слезе. Да. Это от радости, от волнения того, что скажут остальные члены жюри. Что вы чувствуете? Это, конечно, от радости. Это, наверное, сейчас эти слезы у всех родителей, всех музыкантов, которые Маше помогали выступать. Но пока еще нет четкого ответа. Давайте еще будем болеть. Мне не хватило вот индивидуальности, понимаете? Но, несмотря на все это, я наслаждаюсь вашим лицом. Вы действительно очень хороший человек, который стоит на сцене и на которого приятно смотреть, что в последнее время редкость большая. Спасибо. Я вам говорю, нет, исключительно для того, чтобы вас спровоцировать на то, чтобы идти дальше. И мы увидимся еще. Спасибо большое. Ну вот сейчас свое слово должен сказать маэстро. Александр Сергеевич, от вашего решения зависит, пройдет ли Мария в финал главной сцены. Ну вот мне тоже хотелось, чтобы что-то было, какая-то немножечко иная аранжировка, более смелая такая, не повторять то, что было сделано в прошлом веке мной. И вот начало тоже меня как-то немножечко покоробило. Все-таки это должно быть более душевно, самые начальные первые слова. Больше тепла хотелось бы. Надо двигаться дальше со словом «нет». Спасибо. Слово маэстро «закон». Я хотела бы сказать большое спасибо всем, кто участвовал в этом огромном приключении для меня. Потому что я человек, которого никогда никуда не берут. И берут! Вот я здесь. Берут! И мне берут, просто... Маша, берут! Берут, не думайте, что не берут, это не так. Ни в коем случае так не думайте. Потому что, понимаете, жизнь, она все равно справедлива. Она все равно справедлива. И вас берут. Просто дело в том, что, может, сейчас такие сильные из сильных, может, действительно этой индивидуальности не хватило, но, черт побери, берут. В том-то все и дело, что очень сильные их порой берут, а потом они просто пропадают. У них очень странные судьбы у всех. Поэтому вот Диана золотые слова сказала. Жизнь – справедливая вещь. И вы не представляете, какой приз, когда хороший человек... Говорят, хороший человек – не профессия. Это одно из самых лживых, глупых изречений. Нет, хороший человек – это все по жизни. Спасибо большое всем за это огромное приключение. Это, правда, невероятная прокачка для меня. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Маша.